Всех приветствую на своем канале, с вами Виктория. Сегодня готовим салат «Аристократ». Это салат с тунцом и крабовыми палочками. Прекрасное сочетание продуктов и благородный изысканный вкус. Подойдет такой салат на Новый год или на любой другой праздник. Для приготовления нам понадобятся яйца, крабовые палочки, тунец, несколько штук картофелин, зеленый лук, натертый сыр и майонез. Картофель обязательно отваривайте в мундирах, так получается намного вкуснее. Картофель очищаем от кожуры и натираем на крупной терке. Яйца я сварила вкрутую, очистила их и разделяю на желтки и белки. Белки натираем на крупной терке. Желтки натираем на мелкой терке. . 250 грамм консервированного тунца тщательно разминаем вилкой. Мелко нарезаем зеленый лук. 200 грамм крабовых палочек натираем на средней терке. Твердого сыра тоже натираем на терке и майонез перекладываем в кондитерский мешок или любой пакетик. Собираем наш салат, подойдет любая разъемная форма или кондитерское кольцо. В крайнем случае можно собрать и без него. Я установила кондитерское кольцо на диаметр 18 сантиметров. Донышко блюда смажу немного майонезом. Первым слоем выкладываем картофель. Картофель солю, соль, перец по вкусу, перчу и делаю сеточку из майонеза. Сверху на картофель выкладываю тунец. Слишком плотно слои приминать не нужно, салатик должен получиться довольно воздушный. Тунец я тоже солю, потому что у меня не соленый, и немного перчу. Смазываю майонезом. Третьим слоем выкладываем зеленый лук. Четвертым слоем выкладываю белки. Следующий слой – крабовые палочки. И опять солим и промазываем майонезом. Следующим слоем выкладываем натертый сыр. И желтки. В таком виде убираем салат в холодильник хотя бы на 3-4 часа. А если вы готовите заранее, то лучше на ночь, чтобы он хорошо пропитался. Друзья, салат у меня простоял в холодильнике всю ночь, хорошо пропитался. Аккуратно снимаю кондитерское кольцо. Украшаем салат зеленым луком и подаем к столу. Посмотрите, какой красивый, праздничный получился у нас салат. И все из доступных продуктов. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.